У нас Hyundai Sonata. Встал вопрос. Немножко надо красить зеркала. Тут в двух-трех местах обились. И мы сейчас посмотрим, как они снимаются. Значит, все просто. Первым делом вот так аккуратно сверху отсюда выводим. Вот он, зуб выходит, вот он отсюда. Вторым номером вот так стоит. Вот здесь вниз. Вот с нижней стороны нажимаем вот эту красоту, вот он так стоит, нажал на низ, выводим. Ну и вот таким ключиком, десяточкой, и болточка откручиваем, и зеркало у нас выходит. Вот, собственно, все просто. Вот так вот снимаются на Sonata зеркала. Вот. Его сложного особо тут ломать тоже нечего. Вот, все нормально, хорошо. Вот. Вот здесь в верхней части, вот, соответственно, тоже пружинка. Она довольно-таки легко выходит. И слава богу, сделал, что ее хрен поломаешь. То есть практически вот он зуб, и вот она пружинка, которая входит сюда. Так что можно смело, так сказать, брать и мать. И без боязни ее сломать. То есть машина сделана по уму еще с разлива, когда делалось все, так сказать, для разборки и сборки. Не так, что сейчас. Зеркало снимало. Да, снималось и без проблем. А сейчас можно, да, что-нибудь ломать. Или действительно, как вот хозяин подсказывает, надо с дверью вместе менять. Ну все, продолжаем. Опять же, продолжу. Вот как все продумано. Вот эта штука, она не падает. То есть вы эти шайбы не потеряете. Еще один момент. Вот открутили мы три болта. Вот зеркало бы болтается. А тут вот, пока не сожмешь вот эти два усика, вот, оно зеркало, в принципе, даже с ним можно ездить. Оно не теряется. Вот я их сжимаю, и зеркало выходит. Вот все. Вот так вот продуманно делали раньше машины. А сейчас делают специально все, чтобы человек, так сказать, пострадал на деньги. Вот. И на деньги немало. Ну вот так пока ставим. Пару человек покатается без зеркал. Сейчас лето, жарко. Нафига зеркала? Вот. Ну второе снимается так же.